Кто такие россияне? Татары. Исен-месез, что по-татарски значит «здравствуйте». Татары – тюркский народ России, второй по численности после русских. Ареал проживания татар в России достаточно обширен, но значительная часть этноса проживает в Республике Татарстан. Общая численность татар в мире – более 6 миллионов. Из них более 2 миллионов проживает на исторической родине. Татарский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков. В Республике Татарстан является государственным, наряду с русским. Основная вера – ислам суннитского толка. В Татарстане хранится самый большой экземпляр Корана. Казань носит неофициальный статус третьей столицы России. Тут расположено огромное количество достопримечательностей, заслуживающих внимания. Узнать больше о татарах можно в проекте «Национальность.ру».